бюро находок имеется. Детская спортивная сумка с кроссовками и футболкой, найдена 28 октября на остановке Чебинская. Документы на имя Пахрудинова и Гюзель Гусманова, найден 26 октября по Вахитова 21/10. Паспорт на имя Куреева Аркадия Аркадьевича, найден по Корабельной. Красный женский кошелек, найден 14 октября в такси. Ключи 2 штуки плюс черного домофона с брелоком в виде складного ножа, найдены возле службы доставки пенсии. Сотовый телефон ZTE черного цвета, найден 20 октября в автомобиле, возможно, оставлен попутчиком. Бюро находок ищет. Водительское удостоверение на имя Мурзакова Рафика Хайернасовича утерян 27 октября в районе УВД, обещано вознаграждение. Черная мужская сумка с документами на имя Абдурашитова Р.Э. утеряна 23 октября, возможно, в такси, обещано вознаграждение. Паспорт на имя Сайфульна Илхама Куранбаевича утерян 24 октября в районе школы номер 8, обещано вознаграждение. Пакеты с вещами и документы на имя Асафова Айдына Гамидовича утеряны в середине октября, обещано вознаграждение. Документы на имя Павловой Ирины Павловны утеряны 20 октября, возможно, в районе школы номер 2, обещано вознаграждение. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А. Телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням.